Каждый год по доброй традиции на майские праздники поздравляют передовиков производства, самых достойных тружеников, тех, кто любит свою работу. Фотографии этих людей помещены на доску почета Славянского района. Уже около 10 лет учителем истории обществознания и кубановедения в школе номер 6 работает Виктория Пронько. Ежегодно ее ученики становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Сама Виктория – неоднократный участник конкурсов профессионального мастерства. В прошлом году она одержала победу в конкурсе «Лучшие учителя Российской Федерации». И вот сегодня она оказалась в числе жителей нашего района, чьи имена и портреты находятся на доске почета. Благодаря тому, что попадаются очень талантливые, очень чуткие дети, их родители, удалось попасть мне на доску почета, потому что многие дети занимали призовые места, являлись победителями муниципальных, краевых, общероссийских конкурсов. Сама стараюсь не отставать от своих учеников, постоянно повышаю уровень своего педагогического мастерства. Традиционно перед праздником весны и труда доска почета была обновлена. 20 новых имен, 20 человек, которые могут быть примером для подражания для каждого из нас. Это люди разных профессий и разных возрастов, но всех их объединяет ежедневный труд на благо и процветание нашего района. Это педагоги и врачи, работники сельского хозяйства, ЖКХ, медицины, животноводы и строители, общественники и предприниматели. По уже сложившейся традиции для настоящих профессионалов своего дела в районной администрации был проведен торжественный прием. Тружеников, занесенных на доску почета, поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. И вот сегодня здесь собрались все те люди, которые у нас размещены на доске почета. Это наша гордость. Вы действительно своим трудом доказываете, что вы сегодня лучшие в районе. Торжественный прием прошел в дружеской и теплой атмосфере. Те, кто на протяжении многих лет добросовестно трудится на благо Славянского района, поздравили друг друга с этим знаменательным событием. Для меня это было как бы в первый раз и неожиданно, но я, мне это приятно, что очень хорошо относятся к таким людям, ценят людей, которые стоят на, как говорится, у истоков нашего благополучия, нашего города, нашего края. Глава района вручил участникам приема памятные подарки, цветы и благодарственные письма за многолетний труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Славянского района. После торжественного приема передовики производства сфотографировались на фоне обновленной доски почета, которую до осени будут украшать их имена. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Специально для праздничного выпуска программы «События».